Так, тянутся здесь еще газозлиники волоски. Так, ложи ручку. Так, так на кулачок его поставь. Потихонечку, медленно. На длинных волосах паста нужна помягче, потому что она легко, а если сильно легко проходит мимо по коже, не тянет сильно волоски. А если паста плотная, то, конечно, она тянет, как будто как карамелька прилипла, конфета к руке. И ее дергаешь вместе с волосами, условно. Вот так. Все хорошо. Все нормально? Да. Кулачок еще сделать? Кулачок. Натяжение тоже. Давай посмотрим. Пальчики отдельно мы покрупнее возьмем пасту. В пальчиках сложно. Чуть-чуть, маленько совсем. Потому что мы еще чуть-чуть пройдемся по тому месту, которое мы почистили. Чуть-чуть захватим. Там, где волос нет, там не больно вообще. Легкий прием идет. У меня паста натуральная, и здесь нет никаких.